Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Не так давно я делал вот такой ролик у себя на канале. Сейчас покажу. Он называется «5000 в сутки без вложений». И рассказывал я о сайте Admedat. Многие люди зарегистрировались, но тут я так понял, что возникают вопросы, как это сделать. Ну, первое, что вы должны зарегистрироваться своими реальными данными. То есть здесь придется поработать. И как работаю здесь я. То есть здесь есть программы. Это каталог партнерских программ, на которых можно зарабатывать деньги. То есть вы видите, что вот 8 декабря 2200... 6 декабря 1330, 1330, бывает и больше денег, бывает и по 8, и по 10 тысяч. Вот сейчас я вам покажу, в принципе, как это сделать вам. То есть вы регистрируетесь и, соответственно, смотрите, здесь есть площадки. Я вам сразу рекомендую, в принципе, привязывать YouTube-канал. Здесь все написано, как добавить новую площадку. Там вы простенько все пройдете, и с YouTube каналом вы намного быстрее модерацию будете проходить. И YouTube канал принимают все, практически, ну, большинство площадок, которые здесь рекламируются. Какие площадки выбрать? Вы заходите в каталог программ. Видео будет чуть-чуть затянутое, но тем не менее, более-менее подробное, чтобы вы поняли. Вы заходите в каталог программ, и что вам надо? Вам нужно выбрать те программы, которые не требуют модерации. То есть вы вот сюда заходите, и здесь вы уже выбираете то, что вам нужно. То есть каталог программ достаточно большой, и вы можете выбирать под себя. То есть под свои интересы, под свои какие-то, какие-либо потребности, то в том, в чем вы разбираетесь, вы можете заходить в эти программы, смотреть, подключаться. Вот, например, программа Nikon, это цифровая бытовая техника, это магазин официальный Nikon. Если вы занимаетесь фотографией, соответственно, это ваша тема и так далее. То есть здесь можно выбрать абсолютно вот фильтр по категориям, вы можете выбрать абсолютно любое направление. Например, если вы развиваетесь в онлайн-играх, вот вы можете посмотреть, что ко всем онлайн-играм я подключен. Ну, подключен ради интереса, то есть ради того, чтобы уже посмотреть, как это все работает и показать вам. То есть вы можете прекрасно видеть, что вот на онлайн-играх даже 16-28 долларов вы можете зарабатывать, 9.60, 13.60. Какие-то программы здесь платят за регистрацию, какие-то программы здесь платят за активность. То есть можете это все посмотреть и получить. То есть большой, абсолютно большой каталог. И здесь есть интернет-магазины. То есть вот вы все прекрасно видите, что интернет-магазины и вот AliExpress, например, он не требует модерации. То есть вы можете к нему подключиться. Вы можете смело к нему подключиться и к тем магазинам, вот Letushop, распиаренный. Здесь на этом можно зарабатывать. Кстати, если вы будете где-то рекламировать, вот регистрация с подтверждением почты вам будет приносить 15 рублей. То есть вы где-то даете рекламу, рекламный материал берете, человек регистрируется, подтверждает почту, 15 рублей вам приходит на счет. Эти 15 рублей вы уже при достижении минимальной суммы, здесь минимальная сумма есть на вывод, сразу покажу, предупрежу, что здесь есть минимальная сумма. То есть если вы нажимаете «вывести деньги», что может произойти? Вот здесь сумма минимальная в рублях 1000 рублей и в долларах 20 долларов. То есть, в принципе, накопить такую сумму можно буквально там за короткий срок. Вот у меня сейчас готово к снятию 11.85, чуть-чуть не хватает. Значит, нужно подобрать программку, по которой человек пройдет регистрацию, и мне вот сюда добавится 8 долларов, получается 15 центов. И эту сумму я уже могу вывести.
Сейчас в обработке у меня 6190 рублей. История баланса я могу вам показать, что вот буквально, так, буквально 12 числа, сегодня 11 число, буквально завтра будет вывод мне на карту. То есть это все вы указываете в настройках, это вы проходите регистрацию, здесь все привязываете. В настройках указываете ваши платежные данные, которые должны у вас быть. То есть, куда вы будете выводить, на что вы будете выводить. Вот у меня есть PayPal и банковская карта. То есть, вывод в течение 5 дней. То есть, все достаточно просто и легко. Если вы разберетесь, как, где и чего это сделать, то у вас все будет просто. Почему я говорю, что нужно привязывать к каналу YouTube? Ну, потому что так намного проще будет. То есть, вы заходите в каталог программ. Вы заходите в каталог программ, выбираете программы, которые не требуют модерации, выбираете под себя те программы, которые вам больше нравятся. Здесь вот есть брокерский трафик, дровей трафик. То есть, если вы в этом не разбираетесь, лучше сюда не соваться. А если вы, например, хотите продвигать интернет-магазины, вы выбираете интернет-магазины, выбираете под свой интерес. Вот здесь достаточное число интернет-магазинов. И начинаете, например, продвигать какой-то магазин. То есть, давать просто рекламу в социальных сетях. Из-за этого я и говорю, что лучше привязать канал YouTube, потому что у вас будет сразу доступ, например, вот к тем же программам, которые не требуют модерации. Вы, например, сейчас покажу, как это вообще происходит. Вот интернет-магазин, автотовары, я к нему не подключен. Я нажимаю подробнее. Так как он не требует модерации, значит, меня, в принципе, подключить должны моментально при вас. То есть, я читаю правила, что здесь можно, что нельзя. Вот смотрите, YouTube канал можно. Я прочитал и подключаюсь к этой программе. Ваша заявка подана. Здесь данный процесс занимает не больше одного дня, но вы все прекрасно видите, что программа успешно добавлена. То есть теперь у меня есть реферальная ссылка, по которой я могу продвигать этот вот магазин, центр бытовая электроника и мебель. Кстати, вы можете зайти посмотреть, что это такое, с чем это едят. Это корпорация «Центр», интернет-магазин. И смотрите, здесь те товары, которые люди покупают. Вот, если вы разбираетесь, например, в смартфонах Honor, вы можете расписать этот телефон, рассказать, какой он хороший. Кстати, можете даже перейти по этой ссылочке, посмотреть, рассказать вот эти все данные и сказать: ребята, у меня есть классное предложение, давайте купим себе телефоны, вот такие вот телефоны, и устроим флешмоб у себя в городе. Каждый устроит флешмоб у себя в городе. Соответственно, когда человек зайдет, ему понравится цена, например, он покупает этот телефон, а вам приходит за это партнерское вознаграждение. Также здесь есть вот 1000 бонусов за отзыв. Все легко и просто, в принципе, ничего такого здесь сложного нет. Если кто-то понял, в каком направлении действовать, то милости просим. Кстати, в описании программы вы можете посмотреть, что здесь, сколько выплачивается веб-мастеру, то есть, что здесь находится у нас более 20 тысяч товаров в ассортименте. В любом случае вы найдете, что здесь расписать, что описать, как описать, поставить свою реферальную ссылочку, и человек будет заходить, покупать, и, соответственно, вы за это будете получать деньги. Кому понравилось видео, ставим лайки. Кто хочет зарабатывать от 5000 рублей в день, присоединяйтесь. Ссылка на регистрацию на партнерском сайте админа под этим видео. Всем привет. Я думаю, мое видео вам сегодня было полезно. Ставим лайки.